капуста пекинская. По поводу пекинской капусты существует некое заблуждение, в частности о регионе ее выращивания. Почему-то устоялось мнение, что этот сорт капусты выращивается только в Корее, Китае и Японии. Изначально эти страны действительно были монополистами в производстве данного сорта, но со временем капуста пекинская так полюбилась европейцам, что и в европейской части ее стали активно выращивать. При соблюдении некоторых нюансов ранний овощ непременно станет вашим любимцем. В интернет-магазине «Помидорчик» можно купить не только семена экзотических томатов, но и семена капусты пекинской. По своим питательным характеристикам культура превосходит своих европейских родственников, да и по лечебным свойствам она намного лучше европейской капусты. В пекинской капусте витамина С в два раза больше, чем в белокочанной, и, что важно, витамины и минеральные вещества в пекинской капусте сохраняются в течение всего года.